Сережа учится кататься с поднятым седлом. Потому что до этого Сережа ездил с опущенным седлом. Господи. Как люди с поднятым седлом ездят? Мне седло очень смешно атакует штуки. Ой, господи. Вообще, конечно, если свеситься прямо вообще назад туда, животом на седло сесть, то нормально. Но вообще не понимаю, надо срочно успевать перевешиваться обратно. Обезвешивается переднее колесо, потому что я слишком далеко оказываюсь назад. Так, вот я свесился прямо на живот. О, да, это прям на веру езда. О, так ездить нельзя. С поднятым седлом ездить запретить надо на трейлах, это опасно. Атакуем Ценского. Кать, какая у тебя самая легкая передача? 28-50. Класс. Просто 50, не 52? Нет. Вот. Потому что только слабаки ездят на 52. Катя делает вид, что ее трясет больше, чем меня на гравийнике. Я срочно опускаю седло, потому что с поднятым седлом я просто не умею кататься, ребят. Так, ну что, Екатерина, трейл пионер. Да, с опущенным седлом, конечно, намного комфортней, понятнее, что происходит. Не-не-не, у меня тормоза, правда, плохие. И вешаю в полтора раза больше. В общем, если что, резко не тормози. Катя, Катя, Катя. Говорит тихо. Говорит, аплодисменты не надо, не люблю. Уи, уи. Ой-ой-ой. Короче, если с поднятым седлом это не езда, а какое-то мучение, то с опущенным седлом это сплошной кайф и удовольствие. Ставьте дропперы на гравийники. И... Так, ну шо, Лавровый, правильно, Катя? Да. Катя говорит, что там за последний год изменили шпильки, стали страшными. Ну, они не стали не страшными, мне они стали менее удобными. Так. Чуф, я чуть не уехал в другую сторону. Так. Надо, кстати, переключиться. Ага. Так, началось. Шпилька направо. А, не, ну, велик-то короткий. Вообще никаких проблем. Короче, на гравийнике по загребеловским шпилькам даже легче, чем на двухподвесе. Димон, ты, наверное, и не знал никогда, что ты делаешь трейлы для гравийников. Парни, гравийник с опущенным седлом – это такой кайф. Это вообще просто нереальный кайф. Ставьте все дропперы на шоссеры. Новая зеленая травка молодая. Так, аккуратно, плохо. А? Это ирригационная система для травы? Во, гравийник даже по болотам проедет. Чума велосипед. Ставь этот свой следующий ролик. Один из злейших подъемов от Латерворова Мховому. Помнишь, на двухподвесе я его наспор заезжал. Так, дадим Кате фору. Это на самом деле мы ее просто догнать не можем. Но скажем, что даем ей фору. Ой, ой, жесть. Ой, передачки-то легкие. Для чего были нужны? Именно для этого. Ой, вот и господи. Я так и еду с опущенным седлом, то есть стоя загружать заднее колесо. Тяжеловато. А не. 29.38, ребят. Самая лучшая передача для гравийного байка. Седло бы только еще само поднималось. О, парни, еду прям по гравию. По самому злому гравию. А вы говорите, зачем гравийник в горах? Тут самый настоящий гравий из всех. Итак, мы подъезжаем к могиле доктора Сусловой, первой женщине-врачу. Ее удостоили величайшей чести быть похороненной на отдельном красивейшем пике рядом с горой Костель. И вот недавно здесь появился трейл Надежда Прокофьевна, вот, Суслова. Вот здесь просто дичайшее живописное место. Красота неописуемая. Да. И вот туда трейл, да, Кать? Прямо в горе. И вот практически туда вниз должны будем спуститься, но к заброшенной гостинице, которая виднеется беленькая. Так,
О, я что-то высоты боюсь. А, мама, я здесь еще не катал. А, какая высота. И опять высота. Ай, страшно. Господи. Ой, красиво-то как. Надеюсь, тут нет ловушек и выездов в бездну. Как в «Принц Перси» какие-нибудь. Едешь, едешь, не туда свернул. И все, с концами. Так, это я никаких идей никому не подаю. Ни в коем случае не подумайте. Полочки на краю обрыва. А, страшно. Так, контримся ногой. О, дух захватывает. Короче, если вы боитесь высоты, как я, то трейл страшный прям. Так. Пока он был больше страшный, чем опасный, но там под конец должны быть какие-то съезжалки. Потому что со стороны заброшенной гостиницы я помню, что это место выглядит довольно крутым. Так, опять над каким-то обрывом. Да что ж такое, господи. Сережа, дыши, Сережа, дыши. Я ж тормоза еще так и не поставил, 180. Это, господи, страшно. Ой, здесь уклон пошел. Уклон. Так, ну нам же налево, да? Ой, что так страшно? Хорошо, что я опустил седло. На поднятом седле я бы не решился. Так. Это что? Ой, самое страшное, что я пока съезжал. Ух ты, господи. На этом велосипеде это почти дроп. Так, а здесь что? А как? А как? А как? Да елки-палки. О, так, вот это я пишусь, не пишусь. Да, есть. Фу. А. Господи боже мой. Неужели я вписался? Так, остался последние пару метров. Е-е-е! У, парни! Парни, в конце это было волнительно. А вначале было волнительно из-за обрыва. Обрывы все-таки страшная штука. И крутейший трейл. Если кто спускается в сторону Лазурного, всегда можно проехать его здесь. На шоссе на велосипеде. Если опустите седло или поставите дроппер. Ура! Асфальтовые тренировки становятся веселей. Посмотрите только, какая красота. Вообще с ума сойти. Кать, как называются эти цветы? Розы, зубянка. Зубянка, Катя говорит. Обалдеть. Мы в чатике дружно гуглили и решили, что это вроде бы зубянка. И пока что называем ее так. Пока не пришел какой-нибудь биолог и не рассказал нам, что это на самом деле. Агроном. Да, агроном.